Что ж, а что же можно сказать об отношении Иисуса к закону? Я думаю, что найдется немало людей, которые смотрят на высказывание Иисуса в Евангелии и говорят: «Ну, знаете, Иисус на самом деле верил, что время закона Моисея уже прошло и всего, что там написано». Он не испытывает к нему особого уважения. Что ж, я смелюсь предположить, что это противоречит фактам. В первую очередь, надо сказать о том, что Иисус исправляет, прежде всего, неправильное понимание ветхозаветного закона. Есть конкретные примеры, когда Иисус говорит, как следует понимать какое-то конкретное высказывание закона и как его применять. Но Иисус нигде не говорит: «Выбросьте закон». Наоборот, в этом тексте, Матфея 5, стихи 17 и 18, мы читаем очень убедительные слова Иисуса Христа, в которых Он выражает свое отношение к закону, и речь идет о Нагорной проповеди. Иисус говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков». Во времена Иисуса и до Него, и даже долгое время после Него, иудеи обычно делили Ветхий Завет на три основные части. Первая часть обычно называлась «законом» и включала в себя книги Моисея. И вторая часть Ветхого Завета называлась «пророки», и она включала в себя книги, написанные людьми, считавшимися пророками. И эта часть Ветхого Завета включала как ранних пророков, так и поздних пророков, пророчествующих до Вавилонского плена и после него. А оставшаяся часть Ветхого Завета, третья часть, если можно так сказать, называлась «Писание». И если вы хотите использовать слово, которое имеет в себе греческий корень или еврейский корень, то вы скажете одно из двух. Либо вы скажете, что эти книги называются, я транслитерирую, «кетубим», или, если использовать греческое слово, это будет «хагиографа». Священные писания. И это включает в себя исторические книги, псалмы, книгу Иова, притчи. Вот такие книги. Итак, Иисус ссылается как минимум на две из трех этих частей, основных частей Ветхого Завета. И не думайте, что это означает, раз Иисус сказал, «Я пришел исполнить законы пророков», то Он собирался отменить Писание. Нет, совсем все не так. Он говорит, «Не нарушить пришел Я, но исполнить». И затем это удивительное высказывание в 18 стихе. «Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Что ж, если посмотреть на английский перевод, то он в чем-то нам помогает, а в чем-то нет. Обычно в переводах пишется «ни одна йота» или «ни одна черта». «Не придет, пока не исполнится все». О чем же здесь идет речь? Вот это слово «йота» — это попытка перевести еврейское слово, вернее, даже еврейскую букву, Йод. А эта буква Йод
По-еврейски выглядит так. Это самое маленькое, если говорить о размерах, самая маленькая буква в еврейском алфавите. Хорошо, но что же такое черта? Если посмотреть, что говорит словарь, то это малейшее начертание. И мне кажется, что это совсем неплохое определение. Я не говорю о том, насколько точный и правильный перевод. Но что же такое черта? Вот позвольте мне вам показать. Вот эта буква называется «бет» или «бейс», а эта буква в еврейском называется «каф». И вот какое основное различие между этими двумя буквами? Что ж, посмотрите, здесь у нас округлая форма, а здесь у нас выходит небольшая черточка. Хорошо. Здесь у нас буква, которая называется «далет» и произносится как наша «д». А это буква «реш», как наша буква «р». И в чем же разница? Ну, очевидно, здесь у нас округлая форма, а здесь опять такая же черточка. Класс «черта» имеется в виду вот эта маленькая черточка. Вот в этих буквах в еврейском алфавите. Вот вы видите теперь, что Иисус говорит, и как Он думает о законе? Не только в общем он настроен исполнить закон, а не нарушить его. Даже самое малейшее начертание, самая маленькая буква, самая маленькая по размерам, самая маленькая буква в еврейском алфавите, самая маленькая черточка вот в написании каких-то букв, даже это не останется без внимания, и все это будет исполнено. Теперь, вот вопрос, который вы должны задать самим себе, после того, как вы осознали, что слова Иисуса свидетельствуют о очень глубоком благоговении перед законом Божиим. И очевидно, что он считает, что закон Божий записан в Писании, потому что он упоминает законы пророков, а мы знаем, что это части Писания. И вот вопрос, который вы должны задать самим себе. Почему же Иисус так настроен, настолько намерен исполнить все в этом законе, если он считал бы, что это лишь мнение каких-то людей? Пусть даже очень религиозных или литературных гениев. И единственно возможный путь объяснить это благоговение, это предположить, что Иисус считает, что законы, пророки и все Писание — это Божьи слова. Если Бог это сказал, то нет других вариантов, только слушаться. И так как Иисус полагает, что именно Бог их сказал, то поэтому Он намерен исполнить их до мельчайших деталей. Итак, как я уже сказал, это очень сильный, убедительный аргумент. Мы видим, что думает Иисус относительно Писания. И не только о 10 заповедях, а обо всем законе. Что ж, хорошо. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.